Если афинским солдатам не платить, они поумерят. Чтобы подобраться к волку, нужно помочь Стендеру одолеть афинян. Не буду терять время. Обыскать лагерь! Убедитесь, что спартанцы на месте! Клянусь богами! Неужто все спали? Ну же, найти негодяя! Без таблички не возвращайся. Да, Полимар. Потерял что-то? Нет, украли. Стентер сказал, что тебя беспокоят лазутчики. Уж лучше лазутчик Афин, чем спартанец-предатель. Его нужно найти. Он унес с собой важные сведения. Где твой лазутчик? Он еще в лагере? Знал бы, сам справился. Вряд ли он еще здесь. Но уйти далеко он не мог. Стражник успел его ранить. Кем бы он ни был, он заплатит за измену Спарте. Мистий. Если он спартанец, пусть помучается. Я верну тебе табличку и покараю вора. Ты не видел, куда он пошел? Говорят, в сторону холма. Там легче скрыться от преследователей. Дашь еще какой-нибудь совет? Здесь идут жаркие бои, но Спарта выигрывает. Мы оттесняем афинян. Но из-за войны леса и горы стали прибежищем разбойников и наемников. Нет, насчет того, где искать лазутчика. Он ранен, а в лесу неподалеку есть ручей. На его месте я бы пошел туда.
Скоро я вернусь с табличкой. В горах и лесах Мегариды опасно. А у него должны быть пособники. Я без труда разберусь с лазутчиком. Прощай. Это вор. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Ah!
Нет.